Тема этого года – традиции, инновации, культура, общество, личность. В зале собрались несколько сотен педагогов и деятелей духовенства со всего края. Участие в работе форума принял глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что во все времена на Руси источником вдохновения служила вера. Она была объединяющей силой, но с годами отношение к православию изменилось. И чтобы сегодня развернуть народ к церкви, начинать нужно с себя. Для обычного мирянина православный чиновник и православный священник одно и то же. Православный христианин. Мы для мирянина одним миром мазаны. Поэтому образ жизни православного чиновника и православного священника должна быть образцом для подражания, а не для предметом осуждения. И это реальная жизнь, зачем мы сейчас можем аплодировать друг другу, но сегодня чуть-чуть смещается ценность и там, и там. Поэтому никогда не убедим в том, что православие есть свет, если сами можем жить в полутьме, по крайней мере. И начать надо с себя. Каждый с себя. Тогда на самом деле мы сможем и молодежь нам развернуть, и в целом все население. На Кубани школьный предмет «Основа православной культуры» изучают 150 тысяч детей. Особое место занимают кадетские корпуса, школы с казачьими классами, где обязательной дисциплиной являются основы православной культуры. Вы обладаете историческим видением. В ваших руках будущее России, наши дети. Давайте вместе заботиться о том, чтобы это будущее было достойным, чтобы дети выросли в умных, здоровых, духовно и физически ответственных взрослых, любящих свою веру, историю и культуру. Сегодня же губернатор наградил участников чтения почетными грамотами и благодарностями от администрации края за активное участие в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.